Любой уроженец Абхазии помнит, что абхазы болезненно переживали, что их называли абсуйцами. Действительно, они сами себя называли абсуа, но если бы мы, вместо абхаза, назвали бы их абсуа, вот это, они переживали болезненно. Абхази хорошие, то есть это как бы, если абсуа хоро, а мы всякие треба издали. На карте Джакомо Гастальди обозначен Абхаз Реги, то есть Абхаз регион. Этот Абхаз регион расположен в нижнем течении Кубанского ущелья. Здесь же есть населенный пункт, который называется Аква. Между прочим, следует отметить, что абхазы называют город Сухуми Аква. В 18 веке был такой историк Ника Дадиани. Он был мсаджилтухутсасим, то есть главным судьей Мигрельского княжества. Ника Дадиани в своем сочинении «Жизнь грузин» отмечает, что Сухуми называется Акуджиха. Этот термин «аква» для обозначения Сухуми впервые зафиксирован на карте Тимофея Габашвили 1737 года. Ее также называют картой Имеретинского царства. То есть термин «аква» для обозначения Сухуми впервые появляется в 18 веке. Василий Татищев признан отцом русской историографии. Он деятель первой половины 18 века. У Василия Татищева написано вот следующее. «Авхети – это Авхазас. Та страна, которую турки, кабардинцы и наши предки называют Авхазас, это является северной Мигрелией, большая часть которой сегодня населена кубанцами». Вот об этом пишет не грузинский автор, а русский автор 18 века. То есть, из Прикубани идут племена и расселяются на территории сегодняшней Абхазии. Ეს არის ჩრდილოეთის სამეგრელო, რომლის დიდ ნაწილს დღეს, რომლის დიდ ნაწილს დღეს ყუბანელებით არის დასახლებული. ახლა რუსი ავტორი წერს ამას მე-18 საუკუნის ქართველი ავტორი ხო არ წერს? ესე იგი ყუბანის ტირეთიდან მოდიან ტომები, სახლდებიან დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე.